Вот, мана, газонды яп болдык. Мана, банерлар тиге ташап, диварларын краска кылып. Бус кыргокларга, яны четлерге, ман бу стеклоге кафелден япыштырып чыктык. Ман бу тарафка хазырча экинчи газонды яткызабыз. Ман берде, яны ман шу бассейнде мусорларын тазалайтын насосту үстүн кыркып, газонду крышкасын жапабыз, насос орнотабыз. Мен бул сууну чистый, яны тынык кылып суу тазалап, мусорну сабрат кылат. Мен экинчи турган труба, көрүнөткөн болушу мүмкүн. Мен бассейнде экинчи һәм мында свет, ар кыл свети бар. Свети үйүрдө ар кыл рангда ойноп, ар кыл ранг берет светке. Сууга свет берет. Худо хааласа, видеону чыгарабыз толук биткен халда. Вот это Саш мастер класс. Саш дите катается. Ой, молодцы. Якши, да? Вот у нас вода набирает. Сегодня конструкция строил, да? Но конструктор здесь строил. Вот. Видно, да? Вот кафель. Кафель надо чистить. И газон надо поставить. Вот это бассейн. Ну, конструктор вода будет чистить. Но мусор собирает. Ну, короче, такой беда. Но скоро будет строить баня тоже. Ну, вот здесь пап сидит, там мам сидит, да? Все, ладно, хватит, лялечка. Все, ладно. Ты взрослый человек, не надо. Там лялечка надо. Смотри, берешь пивко. Вот так берешь. Вот так у нас выглядит наш бассейн. Мана Владивостокнын ажайып обхоосу. Владивосток шаарында азыр туман, лекин Угловайда оо очо нормально. Ан бассейнибиз бүттү. Мен бу жапылмак эркин насос орнаттык. Энди сууну обработка кылып чисто тазалайды. Я куму бар өзүнө кереклүү анжамлары, хамсы чөткү кылып сууну тазалап, яна бассейнге обработка кылып кайтарады. Мен шундан ибарат видеомуз, яны бассейн видеосу. Поставил сегодня оборудование, заливаю воду. Короче, здесь у меня люк. И вон там насос, фильтр. Ну, короче, вся фигня, как положено. Скиннер. Это я откинул зеленую траву, газонку. Ну, а это я детишкам купил качаться. Ну, как тебе?